Красив и в дневное, и в вечернее время суток. Губернатор Станислав Воскресенский и мэр Владимир Шарыпов посетили новый сквер в микрорайоне Московский. Напомним, до недавнего времени здесь располагался пустырь. За этот строительный сезон выполнен большой объем работ. Благоустроено 2,6 гектара территории. Стоимость составила более 93 миллионов рублей. Новый сквер включает в себя целый комплекс площадок разного назначения. Детскую, спортивную, амфитеатр и зону отдыха. Практически в центре композиции большая светящаяся пергола – детская песочница. Ну, во-первых, стало действительно светло. Есть где погулять с коляской. Да? В чистоте, в порядке, грязи нет. Пустырь этот как-то задействован для того, чтобы дети занимались, развивались. Единственная у нас проблема остается с тем, что все равно недобросовестные жильцы выгуливают своих домашних животных. И каким-то образом надо это дело пресечь. Я не знаю как, может быть, таблички поставить о том, что выгул домашних животных запрещен. Впрочем, претензии есть не только к недобросовестным хозяевам. К подрядчику при беглом осмотре нового сооружения тоже есть пара вопросов. Например, лужи на дорожках. У нас так нигде нет, у нас на остальных объектах нигде так крошечек нет. А я вот походил, посмотрел, велосипеды оставляют следы, конечно, глубокие, и крошка перемещается. У нас нигде такого нет. Только где? А что, здесь какая-то другая технология была? Да. Вот нас кинешь, мы же, ребята, хорошо крошку положили. Что мы с этим делаем-то? Подсыпать это ладно. А здесь ее правильно положили? Да. Есть вероятность, что здесь просто подмерзли. Нижний слой вымерз, и сейчас вода у него уходит, потому что там... Понятно. Днем ранее новый памп-трек протестировали велосипедисты. Вердикт следующий. У площадки неудачная геометрия модулей. А еще данный памп-трек травмоопасен. Здесь мы видим как раз-таки электрокон, на котором очень хорошо видно металлическую часть. В данном случае она еще и сложена, что добавляет опасности, она еще острее становится. И в этом месте, если райдер едет, он может упасть и попасть именно на этот уголок и получить очень хорошее рассечение. И мэр и подрядчик признали, что памп-трек нужно отдельно дорабатывать. Впрочем, по весне дорабатывать планируют всю площадку. Здесь надо просто хорошую детскую площадку, мне кажется, поставить. Нет, вот надо здесь поставить. И как раз у вас будет по диагонали. Одна площадка будет в той зоне, в детской, одна здесь. Да. Но опять-таки надо с людьми посоветоваться. Как скажут, так надо и сделать. Сейчас парк заживет. Общественность, кроме всего прочего, поднимала вопрос о дальнейшем содержании площадки и попросили установить в сквере елку в качестве еще одного новогоднего подарка жителям Московского. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.